Друзья, всех приветствую. Хочу сегодня показать вам три цвета смартфона Liago Ligo M5. Появилась возможность сделать такой вот внешний тест, внешний обзор этих смартфонов, да, посоветовать вам, какой цвет лучше взять, какой эффектнее выглядит, какой красивее внешне и какой как бы приятнее держать в руках. Начнем мы с черного цвета. Такой вот стандартный цвет, да, самый широко распространенный, наверное. Не знаю даже, что распространеннее, золотой или черный, не могу точно сказать. Но наверняка вы белый не заказываете, а заказываете черный либо золотистый. Значит, в чем минус того, когда вы покупаете именно черный цвет? А минус в том, что вот эта вот серая как бы рамочка, где камера, светодиод и сенсор находится отпечатков пальцев. Если бы цвет был черным, тогда бы это смотрелось более благородно. Но в этом качестве, вот как сейчас сделано, все это выглядит, честно говоря, по-китайски. Можете со мной не согласиться, но я сейчас вижу смартфон, вот как бы наблюдаю его вживую. И поверьте мне, смотрится это не очень привлекательно. Вот как это примерно на камере выглядит, так и есть в жизни. Хорошо, что здесь тоже черный цвет использован, а то в некоторых смартфонах, знаете, как бывает, что рамка белая, либо более светлая, либо серая. Здесь же хорошо, что полностью черный цвет меняет корпус. То есть экран темный, корпус темный, и смотрится это в принципе неплохо, конкретно по материалам. Значит, здесь в черном цвете используется средний по качеству пластик. Различие между этими тремя пластиками всех цветов очень незначительное, процентов 5-10. Здесь средний по качеству пластик. Он мягкий, приятный, текстура выполнена равномерно. То есть, когда смартфон уже непосредственно на производстве делали крышку, то все сделано как бы качественно, четко и гармонично. Не часто попадаются такие качественные смартфоны, если честно, как вообще линейка вот Liago M5. Очень качественная линейка, мне очень нравится. Перейдем к золотистому цвету. Здесь уже как бы вот эти все моменты, вот эти все рисунки на корпусе сделаны не так качественно, как в черном цвете. То есть здесь какая-то неравномерность есть, и особенно внизу. И это как бы удешевляет немного смартфон, если кто-то будет вот так вот присматриваться, прямо брать вот так и смотреть, он увидит это. Но плюс в том, что здесь рамка под цвет корпуса, вот эта вот рама. И это выглядит уже намного более престижно, то есть более дорого. Вот сравните сами, да? Вот как бы. То есть этот вариант более дешевый внешне, этот вариант более дорогой. Но в одно и то же самое время здесь уже как бы экран не выглядит так эффектно. То есть получается, что выигрыш на задней стороне смартфона в плюсе, если это золотистый цвет внешне. Материал немножечко хуже, процентов на 5. И с экраном тоже у нас дела обстоят хуже. В том плане, что выглядит это уже не так как бы престижно и презентабельно, как если бы это был чисто черный цвет. Вот, посмотрите, да? Сами вот. Вот как бы так. Вот тут уже начинаются виднеться рамки. Здесь они тоже видны, но если присматриваться. А здесь они видны уже более так скажем, невооруженным взглядом, уже сразу видны. Сравните красоту кнопочек. Это металл. Скажу, что это металл и металл хорошего качества. Переходим к белому цвету. Белый цвет у нас по крышке, я считаю, по качеству крышки самый качественный. Странная ситуация. Опять же таки серая рамка, но за счет белого цвета это не так выглядит дешево, как вот с черным цветом. Как бы, если удалиться на расстоянии, этот серый цвет кажется белым. И за счет этого смартфон выглядит дороже. Да? Давайте их вот так вот разместим и посмотрите сами. То есть золотистый, мне кажется, выглядит у нас эффектно. Белый выглядит тоже, в принципе, не то чтобы он выглядел эффектно, но он выглядит тоже дорого, если смартфон вот, особенно издалека. А когда человек подходит и берет его в руки, то качество здесь самое лучшее из всех трех. Я не знаю почему, но у китайцев часто так бывает, что белый цвет, почему-то крышки белого цвета самые качественные. Так было в BlackUA 8, где крышечка белого цвета была просто мега, повторюсь,
качественная. А другие крышки так себе, особенно золотистые, очень дешевый материал. Вот. Здесь аналогичная ситуация. Белый свет самый качественный в плане материалов. И вот эта вот рамочка, она на расстоянии, то есть незаметно, что это серый цвет, как бы больше в белый. То есть особенно если свет светит, вообще незаметно. Но скажу однозначно, что экран здесь тоже выглядит качественно. Смотрите сами. Рамок не видно за счет того, что экран белый. Как-то потом после включения вот это все начинает выглядеть вот так вот. Давайте сравним с черным. Золотистый мы откинули сразу, потому что там видна рамка. А вот сами смотрите. Мой вердикт. Черный это, конечно, универсальный цвет, но именно в белом цвете, мне кажется, смартфон оптимальнее всего. За счет того, что не видно эту рамку, и за счет того, что эффект такой же, как и у экрана в черном цвете. То есть не видно рамок, и кажется, что экран качественный. Вот. Поэтому советую вам покупать белый цвет, если вы решились на покупку именно этого смартфона. На этом все. Вот такой вот коротенький обзор. Надеюсь, он вам чем-то помог. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.